В книге Даниила 7 главе описываются четыре зверя, которые символизируют четыре царства. Всеобщее понимание этого пророчества сложилось так, что лев – это Вавилон, медведь – Медоперсия, леопард – Греция, десятирогий зверь – это Рим. Но в 8 главе книги Даниила описывается битва между овном и козлом. В 20 стихе 8 главы приводится объяснение, что они означают. Овен, которого ты видел с двумя рогами, это цари Медийский и Персидский, а козел косматый – царь Греции. Так почему все утверждают, что медведь – это Медоперсия, а леопард – это Греция? Библия ясно говорит, что Мидия и Персия – это овен, а Греция – это козел. Либо Бог поменял название царств, либо мы что-то перепутали. Животные и звери в пророческих видениях обозначают царей, царства, власти, империи. Например, Даниила 7.17 дается объяснение. Эти большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли. В данном случае два зверя, то есть говорится о двух больших царствах, которые, если забегать наперед, придут на смену друг другу. У этих животных мы видим рога. Рог в Священном Писании символизирует власть и царей, но уже более в узком понимании этого слова. Например, Даниила 7.24, пояснение о 10 рогов, значит, что из этого царства восстанут 10 царей. Рога символизируют царей, которые будут править в данных империях. Вот один овен стоит у реки, у него два рога, и рога высокие, но один выше другого, и высший поднялся после. В 553 году до нашей эры царь Персии Кир свергает его притеснявшего царя Мидии и захватывает все ему подвластные земли, после чего они заключают союз. Поэтому империя и называется Медоперсия, а в 539 году они захватили Вавилон. У овна было два рога и рога высокие, но один выше другого, и высший поднялся после. И все так и было. Мидия была более могущественная, чем Персия, но по прошествии определенного времени Персия возвеличилась над Мидией. Этот овен бодал к западу и к северу и к югу, и никакой зверь не мог устоять против него, и никто не мог спасти от него. Он делал, что хотел, и величался. В начале своих завоеваний Персия находилась на востоке за рекой Тигр, на восточном побережье Персидского залива. Соответственно, пути завоевания простирались на юг, запад и север. Библия предсказала все в точности. С запада шел козел по лицу всей земли, не касаясь земли. У этого козла был виден рог между его глазами. Он пошел на того овна, имеющего рога, которого я видел стоящим у реки, и бросился на него в сильной ярости своей. Козел, как мы уже выяснили, символизирует Грецию, находящуюся на западе, направившая свои завоевания на восток. В 331 году до нашей эры греческий полководец Александр Великий, который символизирует Большой Рог, при битве в Гавгамелах наносит сокрушительный удар персидскому войску во главе с Дарием III. Разгромивший персов, Александр продолжил завоевание на восток. Александр Македонский показан Большим Рогом, потому как завоевания этого молодого полководца не имели аналогов за всю историю человечества. К 33 годам он завоевал почти весь тогдашний мир и даже продвинулся в Индию. Именно скорость производимых Александром завоеваний символизирует козел, который шел не касаясь земли. То есть он несся с такой скоростью, что создавалось впечатление, что он ее не касается. Тогда козел чрезвычайно возвеличился, но когда он усилился, то сломился большой рог, и на место его вышли четыре, обращенные на четыре ветра небесных. На четыре ветра небесных означает на четыре стороны света. Император Александр Македонский в 33-летнем возрасте скончался, а так как наследника у него не оказалось, его империю разделили его четыре генерала. Птоломей I, ему достался Египет, Селевкид, Сирия и Вавилон, Лизимахос, Фракия и Малая Азия. Кассандр обосновался Македонией и Грецией, они символизируют четыре рога у козла. От одного из них вышел небольшой рог, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной земле. Этот маленький рог также упоминается в 7 главе книги Даниила. Об этом роге мы еще поговорим. Это один и тот же рог, как и в 7 главе, так и в 8 главе книги Даниила.
Доказательство сего факта служит множество параллелей и общих характеристик, такие как высокомерие, наглость, ум, коварство. В 7 главе Малый Рог стремится к узурпации Божьей власти, повергает истину на землю, то есть презирает Божий закон. Маленький Рог символизирует Антихриста. В Даниила 8.9 написано, что от одного из последователей Александра выйдет Антихрист, который чрезвычайно разросся к югу и к востоку и к прекрасной земле. В Даниила 7 главе описывается десятирогий зверь. 10 рогов – это то же самое, что и 10 пальцев на ногах истукана. Они символизируют союз 10 царей. Из этих 10 правителей выйдет Антихрист, который уничтожит 3. Антихрист разросся к югу и к востоку и к прекрасной земле, но он там не вырос. Это означает, что 3 царей, которых он уничтожит при выходе, будет царь юга, востока и прекрасной земли. Позже мы конкретно выясним, какие это будут страны. В первой части этой лекции мы разбирали, что означает 10 пальцев истукана и 10 рогов зверя, и мы выяснили, что десятирогий зверь – это Священная Римская империя. Ссылку на это видео оставляю в описании. И 4 больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого. Даниила 7.3. Моря символизируют народы, а звери – империи. Первый как лев, но у него крылья орлиные. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему. Даниила 7.4. Весь Лондон украшен львами. И именно лев является официальной эмблемой Великобритании. В описании льва мы находим, что у него орлиные крылья. Орел символизирует Америку. Орлиные крылья были вырваны из-за льва. Можем ли мы вспомнить, как появилась Америка? Она вышла из Великобритании и подписала Декларацию независимости в 1776 году. После того, как у льва были вырваны орлиные крылья, он стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему. Второй символ США – это дядя Сэм. И вот еще зверь, второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и 3 клыка во рту у него, между зубами его. Ему сказано так – «Стань, ешь мяса много». Даниила 7.5. Нация, которую представляет медведь – это Россия. Затем видел я, вот еще зверь, как барс. На спине у него 4 птичьих крыла, и 4 головы были у зверя сего, и власть дана была ему. Даниила 7.6. Барс или леопард символизирует Германию. Но у льва и медведя было только по одной голове. Почему у барса 4? 4 головы говорят нам о том, что у этой стороны будут 4 подъема и упадка. Нам это известно из книги Откровения 17 главы. 3 последние главные войны были начаты одной и той же страной. Первая голова символизирует Первый рейх, Франко-прусская война. Вторая голова – Первая мировая война. Третий рейх – Вторая мировая война. И четвертый рейх – самый богатый, который поднимается на данный момент. На спине у барса есть еще 4 крыла. Есть еще такая сторона, символом которого является птица. Это Франция. Это означает союз держав. И именно эти две страны после Второй мировой войны соорудили Европейский Союз, центр мировой власти. Просто посмотрите, что в данный момент замышляют Макрон и Меркель. После всего видео я в ночных видениях. И вот зверь четвертый, страшный и ужасный, и весьма сильный. У него большие железные зубы. Он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и 10 рогов было у него. Даниила 7.7. В прошлом видео мы разбирали значение этого зверя, и мы выяснили, что он представляет то же самое, что и ноги истукана. Он символизирует Священную Римскую империю, которая возродилась 3 ноября 2009 года. А 10 рогов значит, что из этого царства восстанут 10 царей. Даниила 7.24. 10 рогов это то же самое, что и 10 пальцев. Рим распался на Восточную и Западную империю. Столицей западной части был Рим, а восточной – Константинополь. Так и Европа состоит из восточной и западной части, о чем свидетельствуют ноги истукана. 5 пальцев на правой ноге представляет стороны Западной Римской империи.
Это Испания, Франция, Германия, Италия и Австрия. Эти страны символизируют пять пальцев, и именно из Римской империи выйдет духовный лидер, уже пророк. Левая нога представляет Константинополь, Восточную империю. Эти пять пальцев состоят из Греции, Турции, Сирии, Палестины и Египта. Из этой части выйдет политический лидер, Антихрист, который уничтожит трех. Вначале политическим лидером был Карл Великий, основатель Священной Римской империи. А духовный лидер был Папа Лео III. Я смотрел на эти рога, и вот, вышел между ними еще небольшой рог, и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним. И вот, в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно. Даниила 7.8. Мы уже упоминали этот маленький рог, который выйдет от одного из последователей Александра. Этот маленький рог разросся к югу и к востоку, и к прекрасной земле. Даниила 8.9. Юг – это Египет, восток – это Сирия, а прекрасная земля – это Израиль или Палестина. Итак, зверь представляет Священную Римскую империю или Европу. 10 рогов – это 10 правителей. Испания, Франция, Германия, Италия, Австрия, Греция, Турция, Сирия, Палестина и Египет. Затем из этих стран выйдет маленький рог, то есть Антихрист, и при выходе он уничтожит трех царей – Египта, Сирии и Палестины. Это всего лишь предположение, и это мнение может быть ошибочно. И так как осталось совсем чуть-чуть, мы сами все увидим. И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. Откровение 13.1. Зверь с 7 головами и 10 рогами символизирует единое мировое правительство. Если объединить все зверей, которых писал пророк Даниил, то выходит одна голова льва, вторая голова медведя, 4 головы барса и 7-я 10-рогого зверя. И у нас получается зверь с 7 головами и 10 рогами. Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него как у медведя, а пасть у него как пасть льва, и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. Откровение 13.2. Эти 4 зверя представляют единое мировое правительство во главе с Антихристом. И дракон, то есть сатана, дай ему свою силу и власть. Голова льва – это Великобритания, голова медведя – это Россия, 4 головы барса – это Германия, 4 упадка, 4 подъема. 10-рогий зверь – это Священная Римская империя или Европа. Если кто заметил, то в этом звере нет орлиных крыльев и 4 птичьих крыла. Также у медведя во рту было 3 клыка. Что это означает, я до конца не знаю, поэтому мне интересно услышать ваше мнение.